Так, привет. Да, я тебя слушаю. Завтра арест? Могу объяснить. Да. Ну, а ситуация, он стоит на улице, во время комчаса, я стоял на улице, вышел спал. Ты стоял на улице, это у тебя уже нужно для тебя, вся обман админа. Какой обман админа, я вышел с спауна. Ну. Зачем меня обманывать? Я вот вышел там, где базенка, вот, выход, за спавном. Я сразу вижу его, он ко мне подходит, говорит, вставай к стене. И босс меня арестует за то, что я в комчас не дома. Посмотри сначала свои профессии информацию, давайте прочитаю, чтоб ты наглядно понял, что все нарушения было, я тебя поэтому арестовал за комчас, секундочку. Допустим, ты король лизанных, вы уже давно улицы и сумели полностью завоевать, также вы сумели завоевать Секундочку, подожди. Номер пятый пункт во время комендантского часа обязан догадать людей, это в подземных помещениях, переулках, мусорках. В противном случае вас могут арестовать. Считай. Окей. Кражба. Да. У вас нет никаких претензий к нему? К нему? Ну, нет. У меня? Да. А может это еще раз? Как ты вышел со спавна? Я на свой спавнился, я вышел с тюрьмы. Вышел просто и вижу, ты идешь. Ко мне подходишь, говоришь, вставай к стене. А, окей, тогда можно меня назад, только меня не то, мне можно на спавн, потому что я буду на зоне. Меня же положил. Да, хорошо. Удачи. Спасибо, тебе тоже. Правило четверг. Там еще правило изменили. Не нашел сразу же. Просто раньше в описании профессии было. А сейчас мы так уже. Нихуя есть. Время делает. Где дела? Вот это спавн.